Всем привет, ребята! С вами Максим Нетребко. Я только что записывал для вас влог. Начало его, и оно не записалось. И это дубль номер два. Да, хотел сказать всем привет. Это будет влог, да. И сейчас я направляюсь... Я учусь на Ukrainian Fashion Campus. Те, кто знают, это такие как бы... Короче, учатся там на стилистов, и сегодня нам будут преподавать лекции Дарья Корс. Я ее уже давно знаю хорошо, на проекте и так далее, мы уже давно знакомы. Но сегодня я иду, не знаю, просто хочу послушать что-то новое, посмотреть, послушать. И погода сегодня просто отличная, мне очень нравится солнышко. Люди наконец-то повыходили, хотя мне это не радует, наоборот, бесит. Ну, немного, вот так вот. И для вас буду сегодня снимать, покажу вам любимый Днепр и хочу вам показать мой аутфит сегодня. И сейчас меня собьет транспорт. Вот такой вот. Но опять-таки, как это все должно происходить? Это должно быть максимально корректно, максимально тонко, потому что персональный стилист – это не только профессионал в индустрии моды, который оперирует определенными знаниями о фактурах, формах, цветах, тенденциях, стилях и так далее. Это еще в первую очередь психолог, который, общаясь с человеком, может понять его. Но они не относятся к своей одежде, к своему образу фанатично. Потому что если вот драматические женщины, они фанатично относятся ко всему, что касается моды, это без охапки глянцевого журнала вы ее никогда не увидите, то это... образ для женщин, которые хотят выглядеть независимо от ситуации и независимо от времени суток, элегантно, но при этом не скучно. Потому что, допустим, классический тип, они иногда могут выглядеть достаточно консервативно, я бы даже сказала, скучновато. Поэтому приходится чем-то разбавлять, как-то оживлять гардероб яркими аксессуарами, там, шейными платками и так далее. То здесь женщины следят за тенденциями. Но это все происходит очень мягко, деликатно, аккуратно, поэтому городской шик – это, наверное, излюбленный стиль для представительниц королевских особ. Вот посмотрите, допустим, как выглядит та же Кейт Миддлтон, да, британская принцесса, жена принца Уильяма. Она... Всем привет, тут второе подключение, тут ездят машины, короче, вам, наверное, ничего не слышно. Хотел сказать вам, что вот только что закончилась лекция, я вам там немножко поснимал. Очень было интересно, только я, конечно, немного хотел спать, потому что я ночью сегодня не спал почему-то, не мог уснуть. Короче, вот так вот. И на улице реально как будто бы весна, только солнышко пропало. А вообще прикольно. И что это, кстати, за магазинчик? Там будет, короче, лом. Интересненько. Короче, сейчас я иду в центр, спускаюсь. Было днем лучше было. Сейчас я вам покажу, что тут за магазинчик какой-то. Типа делают. Совсем скоро шоурум украинских дизайнеров. Ого, прикольно. Короче, интересненько. У меня, кстати, у друзей скоро должен открыться тоже шоурум, тоже украинских дизайнеров. Это я вам, возможно, сниму в влоге или где-нибудь покажу. Я думаю, вам будет интересно. Так что смотрите. Ребята, погода меняется в плохую сторону. И я не люблю, когда на улице ветер, особенно когда я одеваю шляпу, почему-то постоянно очень большой ветер. Ой. Курс доллара. Офигеть вообще. Я сейчас иду, короче, где типа всякие мажорные магазины. Хочу сейчас пойти там одно в Бакарея Стрит, или как-то так называется. Я смотрел типа в интернете. Оно очень популярное, туда сейчас многие ходят. Хочу туда пойти, и я думал, что с кем-то встречусь, возможно, погуляю, и мне кто-то снимет мой лукбук, короче, мой образ для вас. Ну, никто не захотел, все, короче, где-то заняты и так далее. О, кстати, смотрите, тут у нас подделочки. Всякие Chanel, Versace, такое, типа мода. И тут сейчас будет на этой площади просто дофига людей. Но тут очень красиво, я вам сейчас покажу. Короче, здесь вообще очень красивая площадь и очень круто. Ну, я сейчас тут гулять не буду, вам так покажу немного. Every time
Мне там очень понравилось Бакарей Стрит ДП. Это, конечно, звучит все реально как реклама, но я увидел это у кого-то на фотографии в Инстаграме и сам захотел прийти проверить. Тут очень приветливая девочка согласилась меня пофоткать, поснимать для вас, потому что никто со мной не ходит, с блогерами никто не хочет тусить. Короче, и, блин, а сейчас опять улетит шляпа. Меня бесит эта погода. Сейчас я не знаю, хочу пойти магазин, может зайду в Еву, сейчас позаду, мне нужна косметика. Ребят, смотрите, что я нашел. У нас продается в Днепропетровске. Вот такая вот цена. Штаны, точнее. На мне были все, в принципе, точно такие же. Чем эти отличаются? Эти более теплые, я не знаю, ну, какие-то они странные. Мне не очень нравятся. Да, еще раз всем здравствуйте. Короче, я тут нашел местечко. И опять мое слово, короче, да. Местечко для блогеров, чтобы сидеть записывать видео. Да ладно, шучу. Если честно, я иду сейчас покупать маску, которую я вам показывал как-то. Фриман, она, наверное, уже есть у каждого блогера. И я хочу купить большой размер. И меня бесит, что на улице ветер, и надо держать шляпу. Почему постоянно, когда я одеваю шляпу, большой ветер? Хотел я, значит, купить маску. И ее, короче, нет. Она, типа, ходовая очень, и ее купили уже. И ближайшая будет где-то через неделю две, может, полторы. Сказали, что мне отложат. Блин, я так хотел ее уже купить. Потому что маленькие вообще невыгодно брать. В большой 175 мл, а в маленькой 35 или что-то такое. Очень, ну, в принципе, мне маленькой хватило. Она у меня до сих пор есть, на раз 5 она хватает. Но все равно я хочу уже купить большой формат. Тут, кстати, прикольный такой фончик, чтобы снимать лукбук и свой аутфит. Ну, и мне сегодня уже немного поснимали. И сейчас я буду ехать уже, наверное, домой. Посмотрим. Вот я дома, приехал я домой, где-то, может, полчаса назад, ну ладно, это не суть. И сижу дома, и, кстати, перед выходом я себе делал чай, и думал, возьму, я купил себе вот такую вот бутылочку, My Bottle, кто знает, наверное, она уже у всех есть такая бутылочка. Я сделал чай, он был горячий, а сейчас он реально такой вкусный, как Nesty, и вот я его пью. Да, короче, я не знаю, сегодня пойду куда-то еще или нет, но если да, то вы все увидите. Прямое включение из дома. Я заходил в АТБ, и я недавно прочитал, что нужно пить где-то по утрам воду, короче, с лимоном, поэтому я купил водичку и купил лимон. А еще... класс! Вообще супер. Вода упала. Сейчас соседи прибегут. Короче, я купил My Bottle. И туда буду, наверное, делать воду с лимоном. Еще я люблю вот эти вот батончики. Я купил странное киви. Я люблю очень киви, но это киви, похоже... Оно очень странное. Я купил два банана. Типа, чище организм. Такое. Вот, кстати, я вам хотел показать вот такую маску. Я хотел сегодня купить, только в полноразмерном большом размере. Но ее там не оказалось. И вот я у меня... Ее тут реально много. Ее хватает на много. Я, наверное, использую уже раз четвертую. Ну, конечно, наверное, так нельзя. Но я просто не знаю, как можно за один раз вымазать вот это все. И тут много. Короче, вот так вот выглядит... Мои домашние посиделки. Сейчас буду уже ложиться спать. Так что спасибо всем.